розпочати урочисту академію з нагоди 80-річчя від дня народження нашого корифея, нашого маестро. І слово представити самому Віктору Петровичу на його творчу зустріч з нами усіма. Еще лет 30 назад, меня хорошо слышно? Да. Мы, баянисты старшего поколения, очень мечтали, чтобы баян и аккордеон стали в ряд с старыми традиционными академическими инструментами, такими как скрипка, кларнет, труба и так далее. И вот я думаю, что сегодня эта мечта, в общем-то, свершилась. Мы сегодня можем о баяне говорить как о полноправном академическом инструменте, который звучит с симфоническими оркестрами, с камерными оркестрами, с оркестрами народных инструментов и со всеми другими инструментами в ансамбле, кларнетом, трубой, на конкурсах это теперь представляется широко. Я сегодня хочу познакомить вас еще с одним качеством нашего инструмента и баяна, и аккордеона, показать связь с таким довольно необычным для нас видом искусства, с кинематографом. Так случилось, что я живу много лет в Одессе. В Одессе есть, ну, была, сейчас она немножко приболела, Одесская киностудия художественных фильмов. И вы знаете, что делались фильмы очень высокого качества, они были любимы широким зрителям в советское время, да и после. И благодаря тому, что я работал на киностудии, вот как-то так получилось, что мой баян слился с кинематографом. Я сегодня вам покажу это качество баяна, причем это будет не тот баян, который мог раньше... Ну, на экране там сидит дедушка на заваленке играет, или в пивной кто-то, или там свадьба идет в деревне, и баян как бы демонстрирует и иллюстрирует обстановку. Нет, я хочу показать вам баян, который пришел в кино, и из кино вышел, и стал произведениями для баяна, которые все знают, и вы их знаете, эти произведения. Сегодня мы о них будем говорить. А между тем... Вы не знаете, что эти произведения впервые прозвучали в кино. Причем не на баяне, иногда на баяне, иногда вообще в другом составе, и даже в симфоническом оркестре. Ну, давайте обо всем по порядку. Когда я работал в филармонии, это было в конце 50-х, в начале 60-х годов прошлого века, то меня часто привлекали к записи на киностудии. Ну, то есть вот писался оркестр, там действительно нужно было где-то, чтобы звучал баян. И таким образом вначале я участвовал в кинематографе именно вот в качестве иллюстратора. То есть звучал баян, и он воспринимался слушателем как тембр баяна. Дайте, пожалуйста, первый ролик. Фрагмент из фильма, который сделан в начале 60-х годов, называется он «Прощай». По-украински, в украинском переводе «Выбачай». Это фильм Григория Пожиняна. И вот там я на баяне, вот это звучит то, что было записано 50 лет назад, полвека, баян, как баян. Потом на телевидении, а телевидение тогда только формировалось, начали создавать
фильмы-концерты, потому что нужно было по вечерам заполнять. Это сегодня масса продукции. Тогда, когда телевидение только начинало свой путь, нужны были фильмы-концерты, чтобы после известий, после событий там, социальной и политической жизни, нужно было давать, чтобы люди могли отдохнуть. И начали создаваться фильмы-концерты. И поскольку у меня был хороший ансамбль, то меня начали привлекать. Мы там аккомпанировали певцам, певицам, танцевальным номерам и так далее. И вот однажды в 1963 году, в 1963 году снимался фильм-концерт «Добрый вечер», он назывался, под Новый год. И там, когда уже все съемки были закончены, подошел режиссер ко мне, как к руководителю ансамбля, говорит, вот все хорошо, не хватает какой-то маленькой инструментальной пьесы. Вот если бы была яркая какая-то инструментальная пьеса, я говорю, ну, пожалуйста, давайте мне клавир выберите, я сделаю аранжировку. Нет, он говорит, ну, ты сам можешь попробовать. Я говорю, ну, могу попробовать, если удастся, что-то получится. Я пришел домой, и вот это был первый мой, как бы, заказ для кино. Думаю, ну, что ж придумать такое? И родилась у меня юмореска украинская. Сейчас вы ее услышите. Это я сыграл партию и кларнета, и баяна в терцию. Ну, сейчас не сильно уже разгонишься. Когда-то я ее очень быстро мог играть. И вот таким образом впервые я как композитор создал произведение, которое вошло в фильм-концерт. Дайте второй ролик. Значит, для чего я ее показал? Прошло какое-то время,
И я думаю, почему бы ее не сделать для ансамбля баянов. И я сделал ее для трех баянов, для трио. Она вышла в издательстве «Музычная Украина». Вот такой был сборник. Составитель Николай Андреевич хорошо, наверное, знает, Угринович. Да? Знаете вы. Вот. И она была вот таким образом первый раз произведение, которое мною было написано для кино, стало баянным произведением. Трио баянов. Вышло это в 1978 году. Вот. Ну, так несколько я делал произведений для фильмов, концертов. И потом подошел ко мне один режиссер и говорит, это все на телевидении. Не знаю, знаете вы, значит, у нас в Одесской области, на юге области, в устье Дуная, есть маленькое такое, ну, поселок городского типа Вилково. Его называют Украинской Венецией. Дело в том, что улиц там нет, потому что образуется очень много рукавов Дуная, и люди живут на вот этих вот островках и почти не ходят, плавают на лодках. Вся связь, все это селение расположено на каналах, на воде. Ну, рыбы у них, конечно, очень много, потому что они тут же забрасывают сети. И режиссер говорит, вот мы хотим создать видовой фильм, там не будет ни слов, будут только шумы и музыка. Вот подумай, мы бы хотели, чтобы ты написал музыку для этого фильма. Ну, я тоже так вот согласился, конечно, интересно было. Это первая уже моя работа такая в кино, когда музыка играет уже не второстепенную роль, а, прямо скажем, главную роль. Ну, я вначале думаю, ну что, наверное, надо что-то украинское такое вот. Да-да-да-да-да-да-да, ой, вы гуси. Потом чего-то вот мне стрельнуло, что фильм должен получиться европейским. То есть тема не должна быть привязана. Фильм может идти и в России, фильм может и за рубежом идти. И не знаю как, но, в общем, повезло мне. Пришла мне в голову вот такая тема. Я ее написал. Конечно, денег, фильм маленький был, телевизионный, денег особенно там не было, чтобы брать оркестр. Я взял малый состав. Баян, губная гармошечка у меня была такая с клавиатурой, контрабас, фортепиано и гобой. И сделал вот весь фильм на этой музыке, но там она трансформируется, звучит по-разному. И таким образом фильм, вы знаете, получился. Мало того, что он получил диплом на первом всесоюзном кинофестивале телевизионных фильмов, он еще был за рубежом, демонстрировался, и там получал дипломы. Значит, конечно, весь фильм мы не можем смотреть, но эпизод мы посмотрим из этого фильма с этой вот музыкой. Ну, вы увидите, это черно-белый фильм, значит, третий.
простые люди, дед с бородой, бабушка. Сейчас нам дальше еще будет. Под названием «Мелодия». И мне приятно сообщить вам, что долго она была в рукописи. И вот первый раз свет она, первый свой выход в свет она увидела здесь, в Драгобиче. Вот в этом сборнике, который здесь был издан, вот. Вот она там есть. Она там есть, что поиграть, в общем-то, потому что я не все наиграл. Там есть и аккордовая интересная часть. Вот. Душин и Шафета издали этот сборник, и она вошла, это в каком году? 2011 год. Эта мелодия вошла, и таким образом теперь она опубликована и может исполняться. Вот это второй случай, когда музыка писалась для фильма, а стала баянным произведением. Ну, а дальше я перехожу уже к самому интересному. Значит, прошли какие-то годы, и я работал уже на киностудии над художественным фильмом, цветной, двухсерийный, хороший фильм. Он есть в интернете, называется «Причал». Ну, это такая, скажем, производственно-бытовая драма. О портовиках. И вот там много музыки. Кстати, она такого эстрадного направления. Дирижером был известный джазовый музыкант Георгий Горонян. А почему он, вы его все знаете как хорошего джазового саксофониста, но он окончил консерваторию московскую как дирижер. И в оркестре кинематографии у него как бы часы были, то есть он там имел какие-то, у нас это принято говорить, часы, в общем, четверть ставки, или сколько он дирижировал. И вот как раз к этому фильму он был дирижер эстрадно-симфонического оркестра. Что я хочу сказать? И вот там был эпизод, героиня ходит по базару, просто выбирает фрукты, и режиссер говорит, ну дай какую-то вот здесь музыку такую легкую, просто чтобы отдых. Вот она раскрепощенная, ходит и покупает фрукты. Ну я вот думал, сидел, и пришла мне в голову вот такая вот мелодия. Вот, значит, вначале я ее на баяне играл так. Потом, думаю, ну это же я не для баяна делал, думаю, так, у меня будет фортепиано, гитара и ударничек и контрабас. А что, если я этот аккомпанемент разобью? Часть дам гитаре, причем все время так, чтобы подряд аккорды не совпадали. Если один аккорд
у, допустим, у фортепиано, второй у гитары, третий у фортепиано. И я начал пробовать это на баяне. И я понял, что я нашел новый рисунок на баяне. То есть верхние пальцы ведут мелодию, и аккомпанемент состоит не из двух частей, как обычно, то есть контрабас, ну бас у нас и аккорд, а еще перекликается с правой рукой. То есть комбинированный как бы аккомпанемент, и это настолько мне понравилось и было... Я это взял на заметку. Дайте следующий ролик, и вы посмотрите, как это звучит в фильме, а потом еще я расскажу. Нет, извините, ошибся, все. Не посмотрел. Остановите следующий звучит. Вот пропуск, там надо было сделать, не глянув. Что это у вас за магнитофон? Нам по зоологии сказали записать голоса зверей. Хотим прям медведю клетку сунуть. Ох ты. Да вот он только не работает. Не работает. Ну вот он, благо конфет. Спасибо. Во, тебе уже можно? Наверное, можно. Не работает. Я ему обещал, что вы почините нам. Обещал. Смотря какая поломка. Ну давай, тащи инструмент. Посмотрим. Ну куда ты на стол? Да я немножко даю захлёстом, чтобы вы аромат. Давай, Серёга. Почувствовали. Первых две части. Вот тема, потом вторая часть. Тарарам, тарарай, и все. Она коротенькая, она вышла в издательстве «Музычная Украина». Такие сборнички выходили. Это 75-й год, «Вечерницы». И она вышла в таком сокращенном варианте. Вот только тема, одна часть и вторая, и все. Причем, когда я показал редактору эти ноты, он так уже знал баянную литературу. Он говорит, подождите, что-то тут непонятно у вас в левой руке. Разве можно такой рисунок на баяне? Как оно, вот эти перехлёсты туда-сюда? Я говорю, ну, хотите, я вам наиграю, и очень хорошо звучит. В общем, он согласился, и таким образом эта басанова была вот первый раз напечатана. А к тому концертному варианту, который уже теперь все знают, вот который вышел в этих вот санкт-петербургском издании, басанова, где есть импровизации и все, это я уже сделал его, видите, я возвращался потом, если это в 74-м году было сделано, то это где-то уже в 91-м, 92-м или даже 93-м году, вот этот вариант. Но записи басановы очень много и в интернете, но я хочу вам показать один, он мне очень, не знаю, кто играет, вот так бывает. Ну, сделано здорово. Вот следующий, если можно. Я хочу, чтобы вы послушали.
Да, вот этот сборник. Состоялась пьеса, и я считаю, неплохая пьеса, которую сегодня многие знают, играют. А начало она берет свое в кинофильме, который назывался «Причал». Следующий ролик, который тоже случай, где музыка предназначалась для кинофильма, а потом тут вообще, сейчас я расскажу. Был такой фильм, делался в 1975 году, назывался «Порт». Ну, фильм о том, как перед самым приходом Красной армии освобождали порт, немцы уходили, там они должны были взорвать порт, в общем, удалось его спасти и так далее. Там был такой эпизод «Погоня», мне так режиссер его характеризовал, когда убегают немецкий офицер, советская разведчица, там, в общем, они не знают, что она разведчица, и нужна была какая-то очень тревожная такая музыка. Ну, я вот посидел и нашел такой эпизод. Сейчас. Ну, кто знает, это тоже довольно известная моя сюита в трех частях для баяна. Вот. Значит, я сделал, понятно, что это я даже не думал о баяне, поскольку я сочиняю для фильмов только, пользуясь баяном, а не фортепиано. Я ее сделал, получился практически вот что я наиграл. Я, ну там где-то минута звучания, может полторы я сделал. Сделал для симфонического оркестра. Вот давайте следующий ролик, мы посмотрим, как это выглядит, а потом я еще... На баяне не посмотрим. Полезай. Кстати,
актриса «Беларусь» фильма «Суховей». Симфонических. И я понял, что можно это, тем более, что все это играется на баяне мною. Я проигрывал, взял вот эту погоню, сделал первую часть. Там еще был один эпизод такой медленный, вторую. Третью дописал, и получилась сюита, которую вот сегодня много играют. Вот она была тоже опубликована в издательстве «Музычная Украина» в начале 80-х годов. Вот, значит, играют ее и у нас, но особенно ее любят почему-то в Югославии, вот на Балканах. Там часто я смотрю вот программы Клингентальского конкурса, еще каких-то. Бывают, играют первую часть или вторую, и третью. Но я бы хотел, чтобы вы послушали, вот вы сейчас прослушали симфонический кусок. Ну, я-то тут чуть-чуть нашкрябал. А сейчас кусочек послушаем. Мой ученик тогда еще играл на конкурсах. Москалю к этому сюиту. Вот, пожалуйста, следующий ролик. Дайте ему пустой там синий. Ну, послушаем. Не пришла с экрана, она с баянных клавишей вошла в экран, а с экрана вернулась, получила некоторую трансформацию и разработку, поскольку здесь небольшие были эпизоды. И таким образом из музыки, которая предназначалась для кинофильма, получилось большое крупное произведение, трехчастное для баяна. Еще один случай, когда тоже музыка, которая потом была опубликована, делал я такой фильм тоже о войне в
1994 году. Назывался он «Действие по обстановке», тоже о войне. И там был такой эпизод, когда врываются войска Красной Армии, а немцы, поскольку события развивались быстро, примерно так же, как на нашей территории в 1941 году. То есть быстрые охваты, они сидят, выпивают там, ну, пожилые немцы, которые уже в армии не были, в армию призваны, сидят спокойно, пьют пиво, и вдруг обнаруживают, что уже этот городок взят в кольцо и так далее. И там нужно было найти какую-то мелодию. Ну, вообще, момент как бы драматический, потому что, понятно, судьба этих немцев, там вот все, они попадают в плен. Но, с другой стороны, решили с режиссером, что это можно сделать контрапунктом. То есть, там трагические обстоятельства, а музыка звучит такая вот веселая. Я ему предложил хорошее такое танго в стиле, ну, как немецкие, знаете, баварские, тирольские танго. Я сделал для танго. Вот так оно звучит. Составлял сборник в музычной Украине, называется «Популярные танго». И он попросил, позвонил мне, говорит: «Виктор Петрович, есть у вас что-то такое вот несложное танго?» Я говорю: «Есть вот у меня из фильма, я могу его для баяна сделать». И таким образом это танго вошло вот в этот сборник, называется «Популярные танго для баяна». Ну, переложение здесь и оригинальное есть. Выпуск 2. Выпуск 2. Вот таким образом... Опять же, танго, которое было написано для фильма, стало... Ну, здесь я уже не скрывал, тут и написано в издании танго, называется «В старом кабачке» из кинофильма «Действую по обстановке». Теперь более сложный случай, когда... Вот это, по-моему, самый интересный момент. Когда баянная музыка и не иллюстрирует, а становится стержнем
в театре, и под эту музыку делается уже спектакль. Причем, что мне интересно, опять же, все это из интернета, это балет, который создан в Германии. Так я из интернета, когда мне дали, узнал. Балет авангардный, вы сейчас это увидите. Авангардный балет, а ролик сделан в Соединенных Штатах. Эта труппа поехала туда на гастроли, и они там поставили ряд балетов. Таких я их не видел, здесь только рекламный ролик. Но что интересно, значит, использована музыка «Моя ГУЛАГа» и всеми баянистами и аккордеонистами любимая прелюдия Франка. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что получилось, сейчас вы увидите. То есть, да, и самое же интересное, что озвучен балет не оркестром, а играет баян. А идет серьезный балет. Вот это такой случай, когда баян становится вообще как бы оркестром. Наверное, я думаю, что следующий. Что-то я там поперекутал все. Нет, извините, все опять. Сейчас. Двенадцатый должен быть. Вот она. Это рекламный ролик, поэтому какой весь балет? Ну, это первая часть «ГУЛАГа». Thank you.
сожалению, спасибо. Даже автору не удалось посмотреть, что там за балет. Я знаю только, там в интернете есть к нему. Называется этот балет «Тройное падение». Значит, две женщины, один мужчина, вот ситуация. Ну вот, удостоен был ГУЛАГ. Я могу себе представить, что в Америке идет этот балет. И они не понимают, откуда эта музыка. Ну, в аннотации есть, что это Власова ГУЛАГ. Ну вот такая музыка, видите, она им подошла, они ее взяли, и Франко. Так мне приятно, что я сошелся с таким автором в балетной музыке. Ну вот, это почти я подвожу итог. Значит, я постарался вам вкратце показать, как лично в моем творчестве, я не говорю, может еще кто-то так же творит, переплелись баянные коллизии с кинематографическими. Музыка переходила с моей клавиатуры в оркестр, в кино, и оркестранты играли, они не знали, что эта музыка написана для баяна. Я очень много лет записывался в оркестре кинематографии в Москве, и вы знаете, прошло какое-то время, я уже фильмов 10 сделал, и аккордеон наконец появился. Я вставил аккордеон. Там хороший аккордеонист, он подошел ко мне, уже пожилой такой, ну, культура высочайшая, у меня есть там записи. И он подошел ко мне и говорит: вот вы давно у нас записываетесь, вы не любите баян и аккордеон. Вот не...". Я говорю: почему? Ну, он говорит: вот я все время смотрю оркестр, когда Власов, есть композитор, нет баяна. Я говорю: а вы знаете, что я сам баянист? Да вы что? Я говорю: да, я преподаю в Одесской консерватории. Он страшно удивил: а что ж вы так мало используете? Я говорю: ну, не приходится. Вот я хотел бы закончить встречу нашу, но она еще не заканчивается, тут еще будет молодой исполнитель немножко. Значит, дайте, пожалуйста, последний ролик, это мой любимый ролик, где вы увидите меня в расцвете моих творческих джазовых сил. Пожалуйста. Итак, наш телеход взял курс на голубой огонек. Это дело после голубого огонька всесоюзного. Музыкальный салон. Очень рад. Во-первых, я хочу вас поблагодарить, что вы нашли время и уделили внимание моему скромному творчеству. Думаю, если вы увидели в этом какое-то новое применение нашего инструмента, то я буду рад. А сейчас перед вами выступит молодой исполнитель Сапунцов Роман из города Черкас, педагог Надежда Васильевна Кочер. Он исполнит две тетради, это недолго, две тетради из моего альбома для детей и юношества. Такой есть у меня альбом, он тоже в Санкт-Петербурге вышел, но потом он и на Украине издавался, частично записывался. Этот альбом состоит из пяти тетрадей.
альбом первоклассника «В мире сказок», камерные произведения, фольклорные произведения, эстрадно-джазовые. Так вот, нам Роман, он хочет и мне подарить, и вам первые две тетради, они небольшие, послушаем, потому что и мне самому очень интересно, как автору. А? Мы никуда не заводимся. Да, спасибо. Хорошо, значит, вот, пожалуйста, Роман, ты можешь демонстрировать. Спочатку я виконую зошит для першокласника. Авто прибуло. Швидка допомога. Як іде годинник? Начинается она не столько даже с музыкальных произведений, сколько с игр. Вот сигнал автомобиля – это простая игра. Это так называемый донотный период, когда ученику можно показывать просто с руки. Пусть он вначале что-то слухом поймет. Поэтому вот этот сигнал, он, казалось бы, ну, нейтральный. Он уже предполагает грамотное извлечение звука. То есть вот взять звук, как у машины, па-па, и снять. Вот это уже первая задача. Во-вторых, какая-то ритмическая организация, которую сам ученик и педагог могут. Та-там или та-та и так далее. То есть вот это свобода. Скорая помощь он сделал. Значит, это тоже игра. Ученик здесь уже получает урок филировки звука, качественного диминуэнда и качественного крещенда. Вот как бы игра, которая уже предполагает ритмическую устойчивость и культуру звука. Вот он это показал. Третий номер «Как идут часы». Смотрите, маленькая пьеска, но она дает ученику урок сонористики. Тут нет мелодии, тут нет гармонии. Просто механизм работает. Но вот из этого механизма складывается уже какой-то образ. Причем я себе представлял, знаете, сейчас не знаю, есть это... Были раньше продавались немецкие такие игрушки, часы прозрачные, там все шестеренки, их видно. Ученик, ну, ребенок берет, и вот он включит, а вот там чик-чик-чик-чик-чик, там какую-то пружинку зацепит, чик-чик-чик-чик-чик. Вот ученик как бы получает урок сонористики. Нет мелодии, нет гармонии, а образ музыкальный есть. Вот какой там следующий? Загори всякий синдим. О, ну это игра тоже такая тревожная, как бы. Спасибо. Ну вот тут просто ситуация. Музыкальный образ. Что-то происходит невероятное, так сказать, всеобщий хвал, крик, шум. Вот просто образ несчастья, вот так скажем. Калинова сопілка. Ученик знакомится с украинским мелосом, это первое. Второе,
с какой-то полифонической фактурой. То есть есть два голоса, которые где-то совпадают, где-то в терцию, а где-то уже и контрапунктами идут. Вот прямо на начальном этапе ученик уже получает урок полифонии. Какая следующая танец? Украинский танец. Ну, тут сам танец, сам по себе, да. Вальс. Поэтому в вальсе задуман аккомпанемент так, что никуда не нужно руку, нет скачков. То есть все в поле досягаемости. Вот взял доминанта, тоника, все это рядом, никаких скачков. Это тоже как бы помогает ученику ознакомиться с жанром вальса и почувствовать не сложность фактуры выбранного поля. Сорока Білобока. Ну, это тоже немножко такая сценаристическая пьеса, и, значит, образ сороки, вот смотрите, она четыре раза повторяется один материал, но с разными кадансами. Ну, это как бы сорока все время врет, но, в принципе, все одно и то же. Брат, и все, больше ничего. Гуцульский танок. Она мне очень много рассказывала
украинских сказок и разные чешские байки. И вот казак Березаев, что такое, она мне сказала, ну, культуру, ножками, рожками, заодно, вот это образ, кстати, для Ленинга тоже. Зозуля. Где использовались русские, украинские народные сказки, сказки Андерсена, сказки братьев Гримм и Шарля Перро. Вот сейчас вы говорите, я по памяти не помню. Какая? Зараз я виконую альбом «Сюїти в гостях у казки». Рібка. Представлял этот альбом первоклассника и сказок и так далее. Значит, в некоторых случаях событийность сказки передана в музыке. Иногда в сказке много событий, но я сделал просто какой-то обобщенный образ. Вот в данном случае, значит, первая фаза – это посадил ветви. Вот она. Вы видим, что сельский пейзаж, начинает дед тащить, не получается. Зовет на помощь бабку, потом внучку, потом жучку, потом кошку. Значит, идет мельчание, все мельче и мельче персонажей. В сельской музыке это передано ускорением темпа, как бы вот мельче, мельче, дернули и вытащили ее. Какой следующий там? Дюймовочка. Ну вот дюймовочка. Здесь по-другому построена. Там много приключений дюймовочки, она и замуж за крота выходила и так далее. Здесь только образ вот этой, ну примерно как домовёнок Кузя. То есть прекрасное маленькое существо, маленькая девочка, которая вызывает у ребят и у детей симпатии, нежность и любовь. Пожалуйста. Олов'яний солдатик. О, от тут ціла опера зараз. Маленький.
сказки. Я видел издание этой сказки, в свое время для детей была издана сказка, чтобы дети научились отличать категории одного и того же вида. То есть большой стол, средний стол, маленький стол, большая там, кровать, средняя кровать, маленькая. Причем издавалась сказка так, шрифт был большой. Это чей стол там? Михаила Ивановича, вот такими буквами. Средний уже меньше буковки, а это не Шуткина маленький. Так вот, в музыке я решил это за счет смещения. Значит, в низкой октаве это Михаил Иванович, средняя это же тема, это Настасья Петровна, насколько я помню, и последнее произведение это не Шутка. Ну, это ребенку как бы педагог урок не может объяснить, и как эту сказку почитать, или родители следующих. Скоморок. Ну, здесь опять же тема сама за себя говорит, просто есть новый прием для ученика, вот уже он уже освоил первые упражнения, упражнения. Что там с вами? Былина. Былина. Thank you.
и даже залезть коню в ухо. Вот все, что я могу сказать. Бредке Качиня. Thank you.
педагогу, давайте поаплодируем. Это не так просто подготовить. Ну что, на сегодня он прекрасен в полном виде тетради. Сейчас я уже этим не занимаюсь. Если раньше много было, если бы я знал, что есть такой исполнитель, то это гораздо интереснее, чем я наигрывал уже сам на эпизоде. Что вот такой вот талантливый, хороший мальчик, который тут же демонстрировал то, что предназначается для его же возраста. Разрешите мне вашего имени его поблагодарить педагога, а вас всех за то, что вы нашли возможность прийти и разделить теперь уже с нами нашу маленькую творческую.